Looks. Я познакомилась со своим, тогда это был мой бойфренд, сейчас это мой муж. Я с ним познакомилась, он работал в фэшн-индустрии, вообще он художник. И он сделал мои фотографии и показал их агентству MJ. И так я начала работать. Собственно, я им понравилась, я приехала, начала работать сразу. Сделала мой первый сезон, был в 2005 году, я приехала на Fashion Week сразу. И я сделала шоу, открыла шоу «Prada». И с тех пор, собственно, я начала работать. У меня очень много светлых воспоминаний с детства. Я родилась и выросла в Москве. И я очень люблю Москву. И у меня очень много детских воспоминаний, связанных с этим городом. А также с поездками к бабушкам в Подмосковье, с долгими прогулками по лесу, с необыкновенно красивой природой. У меня было очень много друзей в детстве. Первые года школы. Очень много впечатлений. А сейчас я живу в Нью-Йорке, иногда езжу в Москву повидаться со своей семьей и увидеть своих друзей и погулять по своим любимым местам. Мне очень нравится Нью-Йорк, это очень космополитичный город, там живут люди из разных стран, и там можно путешествовать, не выезжая из Нью-Йорка. Сегодня ты идешь в Чайнатаун, завтра ты идешь в Литл Итали, то есть ты можешь путешествовать, не выходя из города, не выезжая. Я не знаю, я вообще живу в Вильямсбург, это Бруклин, но это через Вильямсбург Бридж, через мост от Манхэттена. И это молодой развивающийся район, туда переехало очень много молодых людей. Там много художников живет, музыкантов. И там такое ощущение весны. Каждый раз что-то происходит, каждый раз что-то новое. Я приезжаю обратно, и каждый раз какое-нибудь новое кафе открыли или какую-нибудь новую галерею. То есть там очень интересно, это не устоявшийся район, не застоявшийся. И мне там очень нравится. Самый замечательный день, который был со мной, у меня столько замечательных дней, что я даже не знаю, с чего начать. Например, когда мне было 7 лет, меня отправили в лагерь пионерский. И на один раз, когда там был тихий час, я помню, я проснулась, у мамы на руках, она приехала меня навестить. Это был замечательный день. Таких очень много было в моей жизни.